Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Доброе утро. В студии Радио Болтком, вернее, я не в студии Радио Болтком, и Гинтрас тоже не в студии Радио Болтком, мы все онлайн. Но на Радио Болтком программа «Без антракта» я ведущая Евгения Шерменева, а вот в студии есть Евгений Копейн. А мы из разных мест с тобой разговариваем. Я из деревни в Латвии, а ты из Клайпеды, из дома. Да, точно. Или из театра? Из Клайпеды, из театра. Все из рабочего кабинета. Из рабочего кабинета. Скажи, пожалуйста, вы еще работаете, ваш сезон еще не закончился. У вас продолжаются репетиции, правильно я понимаю? Вообще-то да, вот. Только что уехала, делала репетиции Агата Дуда-Грач. Она сейчас закончила, приедет опять в августе. А сейчас у нас работает Дмитрий Крымов, который... Да, это большой сюрприз для всех русскоязычных поклонников театра в Балтии, что в следующем сезоне и в следующем году, да, это будет уже после Нового года, насколько я знаю, у вас будет премьера его постановки. Пока не знаю, как говорить. Мы с ним разговаривали. Он сказал: «Женечка, подожди. Мы потом поговорим поближе к делу». Но это будет что-то интересное, потому что, насколько я помню, он с вами начал работать еще в прошлом году. Он приезжал к вам, делал лаборатории, да? Да, было такое. Он приезжал как раз в июне в прошлом фестивале. Он сделал воркшоп с актерами нашими. И ему очень понравились наши актеры, и он как-то вот зацепился. Вообще, он сказал, что ему нравится сама атмосфера в театре. Она у нас довольно хорошая. Да, я хотела как раз сказать, что ваш театр один из тех, куда приезжаешь с большой радостью, с удовольствием. Вы, с одной стороны, умеете удивлять, показывать какие-то очень необычные, экспериментировать с какими-то новыми именами. И с другой стороны, конечно, труппа вашего театра, она находится в какой-то просто идеальной, мне кажется, сейчас форме, имея опыт работы с очень разными режиссерами, да. Вот этот выбор, скажи, пожалуйста, ведь у вас очень особенный театр. Я про него уже несколько раз говорила именно в связи с этим, что мы привыкли, что во главе театра стоит режиссер, и он определяет всю художественную политику театра, в основном ставят спектакли, как-то все знают, что вот в этом театре есть такой режиссер, и там будет вот такое и такое. Вы в этом отношении совсем по-другому устроены. Вот расскажи, пожалуйста. Я не знаю, может быть, и где-нибудь в мире есть похожий театр, но у нас система, да, чуточку другая, потому что наш директор театра, он вообще-то по хозяйственным делам, он очень хороший руководитель, но при этом имеет и прекрасный, даже, я бы даже сказал, волшебный вкус в театре. Он сразу видит, что надо ставить, что надо брать, и умеет это дело довести до конца. Я вообще-то в жизни поэт, драматург, но в театре уже довольно давно, так вот случилось, я не знаю, наверное, 12 лет или даже еще больше назад я пришел в театр. Я сначала работал в литературном отделе, а потом как-то почти внезапно вот вырос до худрука. Тут есть свои плюсы и свои, наверное, минусы. Плюсы очень простые. У меня нету какого-то... я не должен поставить все свои спектакли, всех своих знакомых и друзей и так далее, и так далее. Я нейтральный человек и могу заниматься этим беспристрастно. У нас были еще до тех пор, когда Томас стал руководителем, мы иногда там курили просто в курилке и думали всякие вещи о театре, каким он
может стать, каким он должен быть и так далее, и так далее. И вот пришли к такому выводу, что у нас труппа очень сильная, очень хорошая, но есть один такой как бы стопор, который само собой так нечаянно получается. Литва — небольшая страна, мы имеем несколько очень хороших режиссеров, ну, еще несколько хороших, таких вот более-менее. И эти все режиссеры в государственных театрах, в приватных театрах, они идут как бы по кругу. Mm-hmm. Один год один поставил в Каунасе, значит, на другой год он будет ставить в Вильнюсе или в Клайпеде. И этот круг так и крутится. И актеры, которые вообще-то должны познать что-то новое, увидеть что-то новое, привыкнуть к какому-то, какой-то другой системе, другой школе, они все время видят то же самое. И, но это как бы затормаживает все дела чуточку. И мы подумали, что вообще-то можно попробовать работать с режиссерами из-за границы. Попробовали, самый первый наш ход был с Мара Кимеля, кстати, из Латвии, вам хорошо знакомая. Мы сделали один спектакль, потом как-то и пошло, и потянулось, и оказалось, что это не так уж и сложно, даже если режиссер литовского языка, конечно, он не знает, но можно найти переводчика, который, главное, чтобы был хороший, чуткий и с культурным багажом переводчик. И можно эти дела устроить никаких больших проблем. Ну вот, я сам сейчас чувствую, как наша труппа, наши актеры, они стали вообще-то универсальные. И, ну, я бы сказал, даже это сейчас лучшая труппа в Литве. Да, которым не страшно. Вот я хотела сказать об этом. В прошлом сезоне, ведь вы в начале сезона выпустили сразу несколько спектаклей. Это было лето и осень, когда вы подготовили несколько спектаклей премьерных, которые составили, в общем, основу нынешнего репертуара. Правильно я понимаю, вот этого года? Да. Летом это была как раз премьера, первый спектакль «Агаты Дуды Грач у вас», с которой вы сейчас продолжаете работать, польской художницы, автора. Да, она создает очень авторский театр, ведь она как бы все составляющие, то, что происходит на сцене, она не только режиссер, она и собирает все вокруг себя, да, она как художник работает, как идеолог работает, она сама работает с текстом. Это такой один большой автор. И я тогда обратила внимание на том спектакле, насколько, правда, ваши актеры просто не боятся, потому что польский театр довольно радикальный в выражении, как бы в использовании актеров. И там они были не просто в драматическом театре, да, у них там было много и вызовов, и люди всех возрастов в какой-то момент выходили обнаженные на сцену и на первый план, и как-то и не было заметно, что для них это какое-то преодоление сложностей, потому что так часто бывает. А тут очень естественный был выход их всех. И я тогда на это обратила внимание, потому что это всегда очень точно показывает доверие актера к режиссеру. Ну вот как актеры доверяют тем, с кем они работают. И скажи мне, пожалуйста, вот когда вы приглашали Агату Дуду Грач, вы же предварительно, конечно, ездили, смотрели ее спектакли и как-то решали, насколько вы сами и актеры вашего театра были готовы к таким экспериментам? Ну, вообще, конечно, да. Мы смотрели много спектаклей Агаты. И она также делала у нас воркшоп, было такое. Ну, насчет Агаты вообще, я с самого начала, когда я увидел впервые, это, по-моему, был «Макбет» в Вроцлаве, постановка Агаты, я как-то сразу задумался, что это именно тот человек, который нам нужен. Именно для актеров, потому что она умеет что-то, что только некоторым дано режиссерам. Она умеет работать с актерами как-то по-особенному. И в самой работе все актеры
Ну, конечно, бывают моменты, когда ее ненавидят за то, что она бешено много работает. Но все-таки они все ее просто любят. Любят по-человечески, потому что она делает... Она умеет доказывать актерам, что она работает не для себя, а для них. И это что-то выходящее из всех границ. Я просто не знаю такого другого режиссера, который в таком, я не знаю, дидактическом плане, что ли, сделал для актера, для человека столько. Ну вот. Агата у нас показывала в нашем фестивале свой один спектакль, который тоже все смотрели тогда и ахнули, как это все у нее получается. Потому что она, да, она действительно она сочиняет свой мир с начала до конца. И это очень интересно всегда. И в этот мир, может быть, первый раз не так легко погрузиться, но когда начинаешь понимать условия игры, это завораживает. Затягивает. Тогда я сейчас немножко перейду, потому что ты говоришь, что сказал сейчас очень важную вещь про то, что вы показали сначала ее спектакль, а потом пригласили ее работать. Я отметила вот в этом году, когда я приезжала на 2 спектакля в международной программе этого года, на польский спектакль, когда я приезжала по Шекспиру «Тит-Андроник», я заметила, что в зале сидели и ваши обычные зрители, зал был полный, что вообще для меня, конечно, было очень радостно видеть, и в зале были актеры вашего театра. На спектаклях вашего фестиваля очень часто можно видеть актеров театра. Для меня это такой показатель вовлеченности людей в то, что делает театр, потому что это не всегда бывает и не везде, когда актеры так увлечены тем, что они делают на работе, что еще и ходят туда вечерами смотреть чужие спектакли. Не только своих коллег, но и приглашенных, да, фестивальных гостей. И то, что вы сначала привозите и показываете и зрителю в городе, да, который ваш зритель, и актерам, которые у вас работают, того режиссера, которого вы, в принципе, планируете потом привести на работу, мне кажется, это очень классный ход, потому что вы сразу проверяете и то, как это будет работать со зрителем, и сразу предупреждаете актеров. Вот смотрите, что вам предстоит впереди. Ну, вообще, так оно и есть. Это наша такая чуть тайная фишка. Мы сначала привозим эти спектакли на фестивали, и тогда уже, конечно, стараемся, что и сами режиссеры приезжали вместе. И потом уже начинаем потихоньку договариваться о работе. И пока у нас... Это довольно хорошо получается. Вот сейчас мы почти что уже договорились, только даты надо обсудить с Алессандро Серра. Он тоже у нас, скорее всего, будет ставить спектакль или в следующем году, или еще после. Это тот, кто в этом году у вас был на фестивале в конце марта. Да. Алессандро Серра уже был, это итальянский режиссер, которого я очень люблю. Он уже второй год к нам приезжает. В прошлом году он привозил «Макбет» совершенно. Это что-то, это надо увидеть. А сейчас он к нам привез новейшую премьеру, которая вообще-то пока показывалась только в Италии. И мы были первая зарубежная страна, куда они вывозили этот спектакль. «Авиньон» уже будет после «Клайпеды». Да, то есть вы получили просто премьеру за рубежом, да? Да, первый показ вне Италии. Классно. Скажи, пожалуйста, в этом году у вас была очень большая программа. Ваш фестиваль, давай вот мы это скажем, ваш фестиваль, который вы делаете уже 5-й год? Шестой, да. Этот был 6-й уже, да. Этот был 6-й, да. Да. Ваш фестиваль, который вы делаете 6-й год, он же состоит из 2 частей. Одна часть – это литовские спектакли, премьеры последних лет. Вы не ограничиваете это все последним сезоном. Я помню, что вы говорили мне о том, что для вас важно собрать
ну, как бы интеллектуально значимую цельную программу, поэтому вы не отрицаете там и предыдущие годы там, и так далее, учитывая, конечно, COVID. В этом году были спектакли в основном последнего года, это понятно, потому что было мало премьер и мало показов. И потом у вас есть такая международная программа, которая не так сконцентрирована во времени, как литовские показы, когда есть по 3 спектакля в день у вас на 3 площадках разных вашего театра. И вот эта международная программа, она больше направлена, конечно, и на развитие зрительской аудитории, и на развитие вашего, собственно, репертуара и театра, и актерской труппы. И, как я понимаю, вы показываете потенциальных партнеров или тех, кто вам интересен, или спектакли того направления, в котором вы хотели бы дальше развивать свой театр, правильно? Ты имеешь в виду зарубежную программу? Да. Ну, в каком-то смысле да, но вообще-то есть много всяких нюансов, потому что не всегда можно все пригласить, что ты хочешь. И это, конечно, и деньги, и всякие пандемии, и война. Но вообще-то мы работаем в самых страшных условиях. Но даже самим странно, но фестиваль выходит, и мы надеемся, что будете 7-й. Пока я тоже очень надеюсь. И всем рекомендую, да. Я в этом году посмотрела вот у вас 2 спектакля, но надеюсь, что получится приехать в следующем году и посмотреть побольше. Mm-hmm. Вы в этом году показали 4 спектакля в международной программе, правильно? Да, да, да. Это был спектакль «Сера», вот то, что ты упоминал. «Сера» был по «Буре Шекспира», потом был этот польский Грзегорз Абралі, который ты тоже видела. Да, «Тит Андроник», да. «Плохие дороги» Тамары Труновой. «Плохие дороги» Тамары Труновой. Тоже очень рады, что нам повезло пригласить театры из Украины. Потому что это сейчас очень даже нелегко, но они получили разрешение на выезд. Разрешение, да, от Министерства культуры. И приехали к нам, даже сделали такой небольшой тур по Европе. Они были в Латвии, в Риге, и в Германии, и в Польше. И закончили с «Дяди Ваней» Оскара Куршуновича, которая была поставлена не в Литве, а в Испании, в Барселоне. И это тоже очень... Ну, особенный был показ, правильно? Да. Я очень рад, что нам это повезло. Это была очень, очень хорошая концовка для всего фестиваля. И в этом есть как-то и вся наша стратегия, если это можно назвать. Все наше видение о театре. Ну вот он такой, он не обязательно должен как-то удивлять, он должен быть просто хорошим. Он может быть разным, но он должен быть сильным и хорошим. Скажи, пожалуйста, литовский кейс мы с тобой не будем обсуждать, я хочу просто спросить, что для вас, почему для вас это важно? Собрать, потому что у вас было, по-моему, 10 спектаклей в этом году или даже больше. 13 вообще спектаклей, да, 13. Мы показали за 5 дней. Ну, у нас есть такая задумка, что вообще литовский театр очень мало себя показывает вот в этом смысле, как шоу-кейс и так далее, и так далее. И те, которые за границей, которые делают фестивали, необычно знают несколько литовских фамилий знатных режиссеров. А что такое остальное, там, они не очень даже имеют понятия. И мы как-то хотим сделать такой довольно демократический шоу-кейс, в котором могли бы участвовать все театры. Мы отбираем по такому довольно странному принципу. У нас есть такая, как бы сказать, редколлегия небольшая, в которой состою и я, и Томас, и многие другие. И даже те люди, которые вообще занимаются фестивалем более технической стороной. И мы просто голосуем. И кто набирает больше голосов, тех мы
призываем показывать нас. А тогда вопрос. Значит ли это, что все члены этой коллегии видели те спектакли, которые вы отбираете заранее? Так оно и есть. Но одно «но». Мы все смотрим только видеоверсии. Увы, мы никак не можем... Не успеваете. Не успеваем. Это надо по всей Литве разъезжать и смотреть спектакли. У нас просто... Вот-вот я про это и спрашиваю, потому что так я... Так вот, конечно, идеально было бы увидеть это все живьем. Но потом вы это видите живьем уже у себя, я так понимаю. Да-да-да. Вы делаете себе еще и подарок и себе самим, и своим зрителям, тем, что привозите очень разные литовские спектакли, показываете их у себя в театре. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к Коршуновосу, вы в некотором роде и открыли сезон Коршуновосом, и закрыли вот сезон Коршуновосом. Потому что «Отелло», премьера спектакля театра Оскара Коршуновоса, она была выпущена в сотрудничестве с вами, как с партнером, с Клайпедским театром. И я так понимаю, что для вас это было тоже какая-то очень важная работа. Ну, так оно и есть. Но там актеры не наши. Мы просто предоставили Коршуновосу, театру Коршуновоса площадку. Они у нас репетировали. У нас как раз там было... Во время пандемии было очень много свободного места и свободного времени. И мы просто выступили это все. И я рад, что он вышел у нас. Но с Коршуновосом, да, у нас... Я даже сейчас 3 или 4 спектакля есть уже в репертуаре, которые поставили мы Коршуновосом. Он, конечно, для нас важная фигура, да. Ну, это еще одно поколение, насколько я понимаю, все-таки, да? Это вот как бы высказывание одного поколения в театре. Вот поколение, которое... Да. Мы сейчас так потихоньку смотрим в чуть другую сторону тех, которые еще моложе. И там, конечно, есть тоже... чуточку Коршуновоса, потому что Якубас Бразис, который у нас должна была выходить премьера в мае, но, увы, актер сломал ногу, и это все отошло, наверное, на следующий год. Так вот, Якубас Бразис, он ученик Коршуновоса, тоже очень перспективный молодой режиссер. Он будет ставить, сам сделал инсценизацию моей одной из самых любимых книг «Агот и Кристоф. Толстая тетрадь». Очень, очень сильная книга. Ну вот, и у нас тоже есть на примете молодых режиссеров. Эти фамилии мы уже записали. И с некоторыми уже есть как бы такие неподписанные предварительные контракты. Да. Ну вот не будем рассказывать, расскажем, когда откроете и сделаете пресс-конференцию, когда уже подпишете какие-то планы. Хорошо. Скажи, пожалуйста, спектакль Коршуновоса «Дядя Ваня», который закрывал у вас и фестивальную программу, и, собственно, как бы показы в сезоне, потому что фестивалем вы закрываете сезон, он просуществовал год, он был премьера прошлой осенью. Я так понимаю, что вы все ездили ее смотреть, потому что в случае приглашения вы, наверное, все-таки международные спектакли смотрите. И у вас они сыграли, этот испанский коллектив, он у вас сыграл последние показы, как я поняла, да? Ну вот я точно не уверен, потому что там, ну, там копродукция, там, наверное, есть какие-то контракты. Я бы так не делал на их месте, потому что это очень сильная вещь. Да, да, очень хорошая. Может быть, там есть какие-то обязательства, я точно не знаю. Угу. Потому что это очень хороший спектакль. Вот я съездила, посмотрела, и для меня это был тот самый «Дядя Ваня». Редкий для меня, на самом деле, потому что я много видела разных спектаклей. Редкий для меня, где действительно центральной фигурой в этом спектакле был «Дядя Ваня». Потому что очень часто... Режиссеры уходят в линии как бы истории взаимоотношений там Сони, Астрова, вот этого любовного треугольника вокруг Астрова все очень это всегда на это обращают внимание, и Астров часто бывает центральной фигурой, и это тоже понятно, потому что, мне кажется, это какое-то такое альтер-эго самого Чехова в какой-то степени.
И ну, многие так это и показывают на самом деле, да, но вот такого дядю Ваню, как в спектакле у Коршуновоса в этом испанском, я не видела, правда, никогда. Хотя я видела очень много разных спектаклей с очень разными актерами, очень харизматичными дядей Ванями, но так сделать его таким центром этого спектакля, я была очень удивлена. Вдруг увидела совсем другую пьесу, пьесу, в которой действительно человек переживает за это время и предательство, и любовь, и предательство, и разочарование, и обретение надежды. Ну да, так оно и есть. И этот актер испанский, который сыграл эту роль, ну это что-то. Это вообще для литовцев очень трудно воспринять это все, потому что они тоже привыкли к дяде Ване такому более сдержанному, тихому, который там не кричит вот так прямо, как кричал этот каталонец. Но то, что он делал на сцене, это было прелесть просто. Да, он прям отчаянно играл эту роль совершенно, не скрывая вот этих своих ни чувств, ни переживаний, ни плача. Потому что меня, конечно, поразило, как действительно зашкаливали чувства у всех героев. Наверное, это возможно только в Испании. Я не знаю. Мне кажется, мы просто иногда себя ограничиваем. Может быть, мы тоже так можем, но не верим в это. У нас зрители такие, ну, не то что циничные, но скептически настроенные. Если актер будет вот так вот показывать все, вряд ли ему поверят. А, ну, испанцу поверят быстрее, потому что ему как-то сразу поверили. Списываться на национальные особенности просто другой страны, да? В этом отношении, конечно, приглашать из зарубежных режиссеров, ставить у себя и привозить спектакли, вот как вы привезли Коршуновоса, литовского режиссера, который поставил в другой стране, это, конечно, ну, такая всегда удача, потому что когда ну, ты не чувствуешь так, ты чувствуешь свободу, мне кажется, когда ты работаешь где-то в другом месте. Ты когда не связан какими-то обязательствами, вот как ты говоришь, там, да, чтобы зрителей не разочаровать, или там как-то не ошибиться, ты чувствуешь свободу и позволяешь, наверное, себе какие-то очень неожиданные вещи сделать. Ну да. Вообще та же самая Агата Дуда Грач, она сейчас ставит у нас второй уже спектакль. И ей тоже, вот, наверное, не только наша труппа понравилась, но и эта свобода, которую она может себе позволить. Конечно, ну, она, наверное, может в Польше позволять себе многое, но тут есть какая-то что-то чуточку другое. Mm-hmm. И я уверен, что такой спектакль, который у нас поставила Агата, в Польше он выглядел бы по-другому и, наверное, и был другим спектаклем. А тут, ну, я вообще я в восторге, как она открыла всех актеров, которые даже очень, ну, некоторые старшего поколения, они были у нас очень, ну, консервативные люди такие. И я глазами своим не поверил, когда я увидел эти все сцены с наготой, и как они прекрасно чувствуют себя в этом амплуа. Это что-то. Просто вот... Режиссер чувствует свободу, и он эту свободу распределяет на всех актеров. Это все. Им все, этой свободой все делятся. Она общая. Скажи, пожалуйста, давай поговорим еще про латышских режиссеров в вашем театре. Да, да. Потому что все-таки я из Латвии сейчас с тобой разговариваю, и для меня это очень важно. Ты упомянул, что первым зарубежным режиссером в вашем театре была Мара Кимали. А каким образом вы ее пригласили? Как вы вот так вот набрались наглости, позвонили Маре и сказали, приезжай к нам работать? С Марой у нас дела были еще пораньше, когда Томас не был еще директором. И я просто не смогу ответить. Я даже не знаю, как она там пришла к нам. Но это была такая первая ласточка. Потом у нас появился
Эльмар Сенковс, которым тоже... Он 2 или 3 года назад поставил нас по Брехту, по «Матушке Кураж». Спектакль, 18-19 год сезон. И он получил «Золотой крест», высший театральный приз в Литве за лучшую режиссуру. Все тогда удивились, потому что всех литовских режиссеров он как бы переборол. И есть за что. Сейчас, в этом сезоне, он наконец-то закончил спектакль, который был застрявший из-за пандемии. Как это будет? Загонщики, наверное? Загонщики, да. Те, которые гонят двери в охоте, да. И это тоже очень, очень сильный спектакль. Я всегда удивляюсь, как он... Эльмарс, у него какой-то дар взять очень тяжелый материал и сделать это как-то с легкой рукой, это все. И когда зрители это все видят, их как-то не загружает. Они смотрят это довольно непринудительно, что ли. И результат выходит... очень хороший всегда. Так что мы надеемся, что с Эльмарсом тоже еще будем работать. Этот спектакль еще не последний у нас. Гинтерес? Так, у нас завис интернет. Я скажу просто про этот спектакль, я про него писала. Гинтерес? Да, у тебя немножко завис. Завис интернет просто, да, и я решила... жарко все зависает. У вас тоже так жарко? Да, но у вас море, а я вот не на море пока. И я хотела сказать просто о том, что этот спектакль, он очень удивительно экспериментальный, на мой взгляд, сделан, потому что тот способ существования актеров, который придумал Эльмар для всех участников спектакля, он очень такой естественный. Это... спектакль, в котором ты видишь не актеров, играющих каких-то персонажей, а как будто бы настоящих живых людей. Такой как бы имитации документального присутствия на сцене. И он же еще сделал такую жесткую вещь, он вывел на сцену собаку. Собаку, детей. И при этом актеры смогли сохранить вот эту естественность. Сосуществование в этих условиях. Мне кажется, что это просто какая-то невероятная работа с точки зрения именно профессии и работы с актерами, которые вы... То есть, с одной стороны, мы сейчас говорили о том, как актеры вашей труппы работают там, с польскими режиссерами, которые имеют тоже собственный совершенно формат и способ работы на сцене. И, с другой стороны, вот в этом же сезоне Синьков выпускает спектакль, где... совсем другие качества актерские нужны, и я вижу, как они могут и одно, и другое делать, как они могут быть абсолютными персонажами, как в спектакле про испанского художника, Караваджо. Как в спектакле про Караваджо, когда они вообще не притворяясь, делают какое-то, да, являясь даже... просто не просто актерами, которые играют там роли, а уже потом даже частью картин Караваджо, когда очень много на сцене эскизов Караваджо, составляющих вот из обычной жизни. Как мне очень понравился этот ход в спектакле, когда жизнь вдруг раз и замирает, и оказывается, что это великая картина великого художника. Просто обычная жизнь замирает, и превращается в великое произведение искусства. И так, и с другой стороны, Синьков, у которого вот эта вот подлинность на сцене присутствует, какая-то документальное качество жизни, как будто бы срез вот действительно людей, которые зашли с улицы, вот, которые просто вот шли, и мы их поймали в проходе в этом через сцену. Мне кажется, это очень важно, то, что вы это делаете. Да. Я думаю, что Эльмарс вообще нащупал что-то такое, какими должен быть документальный театр. Потому что то, что я видел, это всегда
Странное дело, когда я смотрел когда-то всякие читки, документальное кино, театр, извините, эти читки мне показались интереснее, чем этот конечный результат. Угу. Это было как-то ближе и без фальши. И вот Эльмар что-то такое нащупал. По этой дороге можно далеко пойти, подумаю. Да, и хотя при этом он пользуется все-таки в базе, в произведении искусства. Он берет пьесу, ее там чуть-чуть переделывает как-то, да, и это не документальный текст, конечно, это не вербальный. Да. Ну, можно взять и документальный, кстати, на «Матушке Кураж», вот там как раз были такие документальные ставки, автентические, которые были взяты интервью у людей, которые воевали, которые mm-hmm. были на войне. И это тоже как-то зашло поиначе, как обычно мы представляем себе документальный театр. И что-то такое, да, у Эльмара что-то такое есть. Итак, скажи, пожалуйста, вы же показывали сейчас спектакли и «Отелло», и все с английскими титрами. А будет ли у вас когда-нибудь, может быть, в перспективе возможность, например, или это сложно, крутить титры вне фестиваля? Ну, мы надеемся, что будет. Ну, как-то странно. Мы же, наверное, второй или третий год об этом говорим все, что надо это все сделать. Но как-то пока не успели. Потому что я как раз думаю о том, что все-таки до Клайпеды добраться не так далеко, а качество театра у вашего, оно очень высокое, и интересные спектакли, и я бы с радостью, конечно, рекомендовала всем, кто живет в Латвии, собраться как-нибудь и поехать. И вот, ну, конечно, фестиваль – это идеальная история, это май и июнь, когда ты можешь приехать в Клайпеду и посмотреть спектакль действительно с английскими титрами и узнать, что там происходит, и приобщиться как бы к качественному, хорошему литовскому театру, к вашим премьерам, которые вы показываете в рамках фестиваля, и заодно погулять по городу, по вашему прекрасному. У нас остается мало времени, да. Гинтрас, огромное тебе спасибо. Я очень надеюсь еще увидеть спектакли по твоим пьесам. Я видела 2 в вашем театре по твоим пьесам. Очень надеюсь когда-нибудь увидеть что-то еще по твоей пьесе. И возможно, и в Латвии что-то выйдет. Не исключено. Да, я тоже очень надеюсь. У вас такие связи у вашего театра с Латвией, что надо бы, конечно. Я вам желаю хорошего сезона, который начнется в августе с новых работ. Жду премьер, буду ездить. И удачи. Всегда ждем. Спасибо. Спасибо, Гинтрас. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Идите в театр. Спасибо. Вы слушаете радио.